Мужчина, мы полтора часа ждали, чтобы вас прям, вот чтобы нам все переградили. Начало.
Родина. Он звучит, он пылает во мне, не забывая о пройденном. Помни о завтрашнем дне. Вода — зеркало красоты, вечно зазидающийся в нашей неистощимой, неисчерпаемой вселенной. И слава той стране, которая нашла для своего века могучую реку. Велика и прекрасна Россия, потому что у нее есть Волга. Значения полны ее медлительные волны, тяжелые, как волны. Любовь России к ней нетленна, к ней тянутся душою всей Кубань и Днепр, Нева и Лена, и Ангара, и Енисей. Люблю ее всю в пятнах света, всю в окаймлении и вника. Для России это гораздо больше, чем река. Но пришел день, когда появилась в мире черная сила, чтобы лишить нас нашей Волги, нашего дома, нашей жизни, нашей Родины. Зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам и к той части своего собственного народа, которая не разделяет националистических взглядов. Против СССР рассматривалась нацистской верхушкой прежде всего как война против славянских народов. В документах, представленных высшим командованием Германии, утверждалось, что без полного уничтожения или ослабления любыми способами биологической силы русского народа установить немецкое господство в Европе не удастся. Разгромить русских как народ, разобщить их, истребить русскую интеллигенцию как носителя национальной культуры. Мы обязаны истреблять население, это входит в нашу миссию. Если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без малейшей жалости проливаю драгоценную немецкую кровь, то без сомнения я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы. Столбы земли стоят под Сталинградом. Здесь битва небывалая идет на жизнь и смерть. И сталь гудит зловеще, и низрыгает бешенство огня. И на ветру пронзительно скрежещет снарядом разорбленная броня. И немцев в темноте под карауля через передний край наискосок, как и Волга, над Волгой плачет буря, и в бронзовый врезается висок. Мы заживем, мы выбьемся. Не нам ли судьбу вручила Родина свою? Мы воины, не маменькины мямли. В последнем нам торжествовать в бою.
Отечественная война была наполнена величием героизма советских людей. Подвиг Александра Матросова, закрывшего собой амбразуру Дзота, повторили более 400 воинов. Подвиг капитана Гастелло, совершившего огненный таран, повторили более 450 летчиков. Подвиг Михаила Памикахи, живым факелом бросившегося под танк, повторили тысячи бойцов. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, орденами и медалями были награждены свыше 11 миллионов человек. Всего за героические подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, звание Героя Советского Союза удостоены свыше 11 600 человек. Беспримерное мужество проявили советские люди в тылу, подвиг жителей блокадного Ленинграда, трудовой героизм женщин и детей, самоотверженность деятелей науки, искусства и культуры. Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка, пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Битва за Москву, начавшаяся 30 сентября 1941 года и длившаяся 203 дня и ночи, первое решающее сражение Великой Отечественной войны. На Москву Гитлер бросил больше танковых дивизий, чем применил в мае 1940 года против Франции, Бельгии и Нидерландов вместе взятых. Победа советских войск разрушила миф о непобедимости фашистов. Пусть свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час. А коль придется землю, так это ж только раз. Героическая оборона Севастополя, начавшаяся в октябре 1941 года, не позволила противнику развить наступление на Кавказ. Боями были скованы крупнейшие силы германских войск на южном крыле фронта. Оборона города продолжалась 250 дней и стала символом массового мужества и героизма советских воинов. Но пусть и смерть в огне, в дыму, бойца не устрашит. И что положено кому, пусть каждый совершит. Бои за Сталинград шли 200 дней ночей. На подступах к Сталинграду и в самом городе с обеих сторон в боях участвовало более 2 миллионов человек. Это была самая напряженная схватка во всей мировой истории. Нашими войсками разгромлено 5 армий фашистской Германии и ее союзников. Победа в Сталинграде стала началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Настал черед, пришла пора. Идем, друзья, идем за все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждет. Курская битва, начавшаяся 5 июля 1943 года, стала последней попыткой германского командования перехватить стратегическую инициативу и провести широкомасштабное наступление. Но советские войска нанесли сокрушительное поражение врагу. У него уже не было сил и средств для проведения наступательных операций. И вот уже у стен Рейхстага ожесточенный бой кипит. Советских воинов отвага в последней схватке победит. И над фашистской столицей, пронзая синеву насквозь, как вестник славы, вольной птицы победой знамя вознеслось.
Кузнецов, Алексей Чуянов, Василий Ефремов, Михаил Шумилов, Николай Вышелов, Евдокия Дмитриева, Иван Молодой, Владимир Хазов, Василий Зайцев, Евген Амдиров, Михаил Баранов, Николай Бачук, Николай Вянов, Михаил Аниках, Петр Гончаров, Степан Гурьев, Леонтий Гурцев, Владимир Землянский, Николай Ильин, Илья Копунов, Иван Клименко, Ольга Ковалева, Василий Копчук, Александр Кузнецов, Клавдия Ручешко, Максим Коса, Василий Накатов. Здесь, на родной вам Бургане, покоится прах более чем 35 тысяч защитников Сталинграда. Они навечно с нами, те, что под Берлином погибали, и те, что без вести пропали на безымянной высоте. Их жизнь была так коротка, но долгой будет наша память о тех, кто смог себя прославить ценой смерти на века. Мы все теперь в долгу у них, долгу, который не оплатен. Они погибли жизни ради. Они всегда среди живых. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете великий май, победный май.
Thank you.
Мама, ты можешь?
Подождите! А вот пойдем. Ориентир. Смотри, какое. Ну тут заходили туда. Прямо вниз, да? Да, прямо вниз. А ты это Ярослав там?
Thank you.
Какие-то ощущения?